ДТП со смертельным исходом произошло в селе Кицканы 13 декабря. Около 2 часов дня на улице Комсомольской в районе дома номер 150 под колесами автомобиля погиб 85-летний местный житель. Увидел пешеход с левой стороны от меня. Значит, я его заранее увидел, начал сигналить ему. Только я, получается, с ним сравнялся, он выбегает. Прямо выбегает. Что дочка видела это все. Вот. Я его сбиваю, он падает на обочину с правой стороны. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen T4, превысил допустимую скорость и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги. От полученных травм пешеход скончался в горбольнице города Тирасполя. Еще одно ДТП с участием пешехода произошло сегодня утром в Бендерах по улице Ермакова. Около 7 утра в час пик в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода 50-летнего мужчину сбила иномарка. Ехал с разрешенной скоростью 50 км 55. Сильно не ехал. Я его не видел, он показался у меня на потоке. Водитель автомобиля не успел затормозить и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадавший, получив множественные телесные повреждения, скончался в реанимационном отделении городской больницы. По обоим фактам дорожно-транспортных происшествий ведется разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Автомобили помещены на штрафплощадку. Две кражи имущества собственника раскрыты бендерскими милиционерами. Одно из хищений случилось в городском дворце культуры. Пока здесь проходило запланированное мероприятие, вор похозяйничал в кабинете администрации учреждения. Из дамской сумочки и чужого рюкзака злоумышленник похитил 2 кошелька. Владелицы обнаружили пропажу сразу после мероприятия. Я подошла к своей сумке, обнаружила, что у меня нет кошелька, о чем я вслух сразу резко сказала. И моя коллега Валерия тут же проверила свой рюкзак и обнаружила, что у нее кошелька тоже нет. Я взяла свой рюкзак, открыла центральное отделение, и оказалось, где лежал кошелек, и оказалось, что кошелька в нем не было. Неприятно удивившись, потерпевшие бендерчанки 28 и 43 лет обратились в милицию. Раскрыть тяжкое преступление удалось при помощи служебной собаки и камер видеонаблюдения. Опустошенные украденные кошельки были найдены в уборной. В записи с камер видеонаблюдения потерпевшие опознали одного из активистов мероприятия. Как выяснилось в ходе разбирательства, 38-летний правонарушитель ранее неоднократно судим. Подозреваемого задержали в течение часа. В совершении хищения мужчина сознался. Деньги, которые он еще не успел потратить, были изъяты. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Другая кража была совершена на одном из бендерских рынков. Из сумки продавца был похищен кошелек. В нем находились небольшая сумма денег, золотая цепочка и дисконтная карта. 2 парня подошли и попросили гамаши. Я ему показала одни, вторые. Он говорит, вот эти. А говорит, можно надеть? Ну иди, надевай. Примеряя покупку, злоумышленник отвлек внимание женщины и совершил хищение. Я когда сумку открываю, смотрю, кошелька нет. Я быстро на выход. Найти и задержать правонарушителя удалось участковому инспектору милиции спустя несколько дней. Помогли этому камеры видеонаблюдения, запечатлевшие мужчину, стремительно покинувшего территорию рынка. Правонарушителем оказался ранее неоднократно судимый житель города Бендер. Умысел на хищение чужого имущества у него возник внезапно. Похищенным имуществом, то есть деньгами, он распорядился по своему умыслу. Кошелек выбросил в ближайший мусорный контейнер. В настоящий момент по факту кражи ведется разбирательство. Виновный предстанет перед законом. Проект «Спорт равных возможностей» появился в Приднестровье по аналогии с Россией. Чемпионат, где рука об руку соревнуются любители и параспортсмены в республике, проводится во второй раз. Организаторами этой встречи выступили руководство города, Бендерское общество Красного Креста и Республиканский фонд «Мир равных возможностей». Я уверен, что этот турнир покажет как представителей власти, так и людей с инвалидностью, совсем с другой стороны, азартными, яркими, интересными спортсменами, желающими жить активной жизнью и ее пропагандировать. Параспортсмены состязались с членами правительства, руководством Бендер и представителями организаций города. Причем боролись на равных за право быть лучшими. За теннисным столом министр внутренних дел Руслан Мова и параспортсмен Юрий. Руководитель ведомства сменил милицейский китель на спортивный костюм и теннисную ракетку. Здорово, он очень хорошо играет, несмотря на те сложности, которые ему приходится преодолевать. Он молодец.
Совместно министр и пара спортсмен отражали атаки соперников, зарабатывали призовые очки и были единой командой. Это яркий пример того, что даже с ограниченными возможностями можно добиваться очень хороших и высоких результатов в спорте. И сегодня эти ребята это доказали. Те возможности, которые есть у Министерства внутренних дел, особенно у физкультурного общества «Динамо», мы будем использовать для помощи этим спортсменам. Несколько активных сетов за теннисным столом провел и зампред правительства. Алексей Цуркан признается, получил массу положительных эмоций. Игра очень напряженная, она действительно идет абсолютно на равных. Спорт – это действительно та отдушина, которая у людей с инвалидностью есть. Шашечные баталии проходили в зале напротив, сосредоточенные лица участников и две команды по 13 человек. Все они состязаются в равных возможностях за звание лучших и побеждают. Самый юный участник турнира Михаил Дамаскин в шашках 3 года. Сегодня Миша одержал 2 победы, чему очень рад. Интеллектуальный вид спорта ему пришелся по душе. С помощью шашек у меня развивается мозг, и я хорошо разбираюсь в математике, помогает очень. По данным статистики, каждый 10-й в мире имеет ограничения в здоровье. Не делить общество на своих и чужих, быть едиными и на равных – задача, с которой мы справимся вместе, подчеркнул глава Бендер. Достойны уважения люди, которые каждый день борются со своими недугами, вместе с нами, плечом к плечу, работают, трудятся, занимаются творчеством, спортом и культурой. И сегодня я специально пришел с ребенком показать людям с ограниченными возможностями, такие же, как и мы. Они танцуют, занимаются спортом, радуются, общаются и побеждают. Они такие же, как мы, равноправные члены общества. Мир равных возможностей мы строим вместе. Алина Горбунова, пресс-служба управления внутренних дел города Бендеры. Уложить соперника на лопатки, применить удушающий прием, выждать самые сложные 20 секунд борьбы, и тогда чистая победа. В Бендерах прошел международный чемпионат по дзюдо. Состязания продолжили череду мероприятий в рамках фестиваля детско-юношеского спорта, посвященного памяти погибших стражей порядка и приуроченного к столетию советской милиции. Сегодня в этом зале на этих коврах собралось 14 команд для того, чтобы доказать себе и своим товарищам о том, что вы готовы к тем испытаниям, которые вам преподнесет жизнь. Такой зрелищный и самоотверженный вид спорта, как дзюдо, показывает все ваши лучшие качества. В соревнованиях приняли участие дзюдоисты из Приднестровья, Молдовы и Гагаузии. 14 команд по 7 участников боролись на татами за почетное звание лучших. Турнир проводился по смешанной системе. Победившая команда продолжала борьбу за лидерство с другими участниками соревнований, набирая призовые очки. В финале оказались спортсмены из Бендер, Тирасполя, Еловен и Кишинева. Лучше всех проявить себя на татами удалось спортсменам из Кишинева. Им достались медали за первое место и кубок победителя. Серебряными призерами соревнований стали бендерчане. Для самого юного члена команды Флория Егора дзюдо – любимый вид спорта. Мне нравится этот вид спорта, потому что я люблю побеждать. Дзюдо воспитывает во мне смелость, силу, выносливость. На 3-м месте оказалась команда дзюдоистов из Тирасполя. Победителей ждали заслуженные медали и почетные грамоты.